Итак, уважаемые зрители, уважаемые спортсмены, дорогие друзья, любители водно-моторного спорта, на сцену приглашается президент Федерации водно-моторного спорта России Петр Филиппович Богданов. Пожалуйста. Уважаемые зрители, москвичи и гости столицы, хочу вам пожелать, перефразируя девиз нашего чемпионата, поймать волну удовольствий. Главному судье соревнований приступить к своим обязанностям. Дорогие друзья, поздравляю вас с праздником. Сегодня погода благоприятствует тому, чтобы вы показали свое мастерство. Чемпионат России по водомоторному спорту в классе «Аквабайк» объявляю открытым. Ну что ж, друзья, в добрый час! Судейская бригада готова к работе. Сейчас после небольших приготовлений на воду отправятся спортсмены. Ну что ж, уважаемые друзья, наши поздравления. Стартовый номер 59 Владислав Пухачев из Брянска зарабатывает первую медаль. Ну а мы ждем появления на воде спортсменов в классе Ski Division, дисциплина кольцевая гонка. Номер 3. Алексей Быков, Санкт-Петербург. Дорогие друзья, уважаемые любители водно-моторного спорта, самые мощные аквабайки на воде. We'll be right back.
И наше поздравление, 95-й номер, Дмитрий Бацурин, Брянск. Дорогие друзья, уважаемые зрители, уважаемые болельщики, уважаемые спортсмены, огромное спасибо всем. Первый день чемпионата России по аквабайку подошел к концу. Завтра нас ждут финалы в параллельном слаломе, также дисциплина фристайл и водное шоу. Спасибо всем спортсменам. До встречи завтра и счастливой дороги, дорогие друзья.